Здравствуйте! Если вы хотите знать о тех местах, которые необходимо посетить, если вы хотите быть в курсе новинок и специальных предложений, смотрите телегид, и вы узнаете обо всем первыми. Wellness Club Arabic. Как же там красиво и хорошо. Это то место, где отдыхает и тело, и душа. Стоит только туда прийти, и сразу расслабляешься. Глаза разбегаются от услуг, которые предлагает Wellness Club Arabic. Различные обертывания, великолепный фитнес и тренажерный зал. Маникюр, педикюр, массаж – все то, что может для вас сделать Arabic, просто не перечислить. Желаете быть красивыми – прямая дорога в Arabic. Великолепные стилисты сотворят на голове все, что захотите. Прическа, стрижка, покраска – я уверена, что в этом месте себя можно изменить. Тренажерный зал, фигура в порядке, шоколадное обертывание и мысли пришли в себя. Новая стрижка, и на лице уже появилась улыбка. А в завершении, например, маникюр. И все, вы готовы покорять этот мир. Пейнтбол. Какая ассоциация возникает у вас с этой игрой? Например, у меня синяки и страх, что в тебя выстрелят. А лазерный пейнтбол – это та игра, в которую вся семья может играть на равных. На войне как на войне, только сейчас вместо патронов и махорки в цене лазеры и заботливый персонал. Так разработки спецслужб становятся зрелищным развлечением и прекрасным способом снять напряжение. Лазертаг – игра-аналог пейнтбола, где вместо шариков с краской используется инфракрасный луч. Таким образом, пострелять друг в друга можно без ущерба здоровью. Ни синяков, ни ушибов, только полное погружение в нереальную атмосферу космических поединков. Федеральная сеть «Лазертаг-арен» теперь представлена и в Кемерове. Пострелять без боли можно в третьем променаде. Наталья, мать двоих детей, не устояла перед интересной новинкой и решила опробовать тихое оружие на себе. Коллектив очень такой привлекает к себе внимание, и рекламка у них очень неплохая. И мы увидели в первый раз рекламу в нашей школе, в 41-й гимназии. Решили попробовать. Я думаю, детям очень понравилось. Пусть это немножечко, конечно, ну, на мой взгляд, агрессивно, это нечто наподобие войнушки, я считаю, но они любят сейчас вот компьютерные игры, и вот эта вот, скажем, новизна, она не помешает нам, городу. Я думаю, нам понравится, мы придем сюда еще раз. Игра проходит в красочном лабиринте под динамичную музыку и огни лазерного сканера. В конце поединка каждый игрок получает распечатку с подробной статистикой игры, количеством набранных очков, процентом попадания и прочим. Безопасность на первом месте. Вас и ваших детей оденут в высокотехнологичный жилет и проведут подробный инструктаж. Вас попали, тогда светодиодные индикаторы и вибрация жилета сообщат вам об этом. Это еще очень хорошо, мне понравилось очень. Красная команда очень хорошая. Стреляешь, в тебя попадают такая... Детское огорчение, детская радость. Ну, вот так вот. Ждать своих детей во время лазерных боев родители могут в специальной клиентской зоне. Здесь можно оставить вещи, а также перекусить. При этом продукты и напитки можно принести с собой. Одновременно на Лазертаг-арене могут играть до 20 человек, поэтому собирайте друзей и вперед. Портал 42 открыт для празднования ваших дней рождения и проведения корпоративов. Если ты задумываешься о том, что пора изменить себя внешне и внутренне в лучшую сторону, похудеть, например, в «Доктор Барменталь» помогут сделать это без особого труда. После рождения сына я поправилась на 25 килограмм. И этот вес мне действительно мешал жить все это время. На протяжении 9 лет я испробовала все виды диет. Я ела тайские таблетки, мы специально выписывали их из другого города и очень ждали, когда они придут. Да, на месяц, на другой вес действительно уходил, но потом возвращался. И на какое-то время уже наступало отчаяние, что действительно с этим весом лишним ничего нельзя сделать. Я перепробовала все методики, все диеты. И самое главное, что вес уходил на некоторое время, но потом снова возвращался. Я поняла, что без специалистов я не смогу долго удерживать свой вес. Я обратилась в центр снижения веса, и меня научили, как правильно сохранять свою стройность на долгое время.
Я стала с удовольствием ходить по магазинам. Я стала с удовольствием выбирать себе одежду. И ни один продавец теперь не может мне сказать, что моих размеров в его отделе нет. Потому что мой размер теперь есть всегда. И я не подбираю себе одежду, чтобы что-то скрыть. Я, наоборот, выбираю ту одежду, которая подчеркнет мое прекрасное тело сейчас. По роду моей деятельности я никогда не была обделена вниманием ни со стороны мужчин, ни со стороны женщин. Но сейчас я чувствую, что ко мне стали присматриваться более пристально, изучая меня, изучая что-то новое во мне, что открылось после посещения центра снижения веса. И я чувствую, что я хочу выглядеть еще более красивой. Я более тщательно подбираю одежду, макияж. Потому что я знаю, что мой образ сейчас, он гармоничен, он прекрасен. И я живу для того, чтобы дарить людям свою красоту. С вами был Телегид. И не забывайте о том, что каждую программу я вам показываю различные коллекции украшений из салона Style Avenue. Если вы хотите, чтобы о ваших товарах и услугах узнали все, звоните по телефонам, которые видите на экранах. Хорошего вам настроения!